Люди с этим именем отличаются способностью тонко чувствовать прекрасное. Владельцы этого имени всегда выглядят приветливо, чуткие, умеющие быть снисходительными. Они легко добиваются признания и дружеского расположения окружающих и пользуются популярностью не только среди близких людей, но и всюду, где появляются. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Основная буква А в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Наделяет скромностью и умением устраивать свои дела по-тихому. Отсутствие дружелюбия – склонность к мизантропии. Гласная буква У вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Согласная Ш в имени делает человека хладнокровным. В экстремальной ситуации он не поддается панике, сохраняет ясность мысли. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Из профессий для людей с этим именем подойдет продавец-консультант, маркетолог, журналист, риэлтор и другие рабочие места, где требуется коммуникабельность и отзывчивость. Удачными днями недели для людей с этим именем в нумерологии является четверг, пятница и вторник, но в большей степени все-таки четверг. Люди с этим именем умеют четко выполнять приказы, если этого требует субординация, трудолюбивы, энергичны, добросовестно относятся к любой работе. Обладатель этого имени учит быть внимательным к жизни и способным по малейшим изменениям оценивать ситуацию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.